Меня зовут Владимир, мне 25 лет, закончил Московский государственный институт культуры. Всего несколько минут для самопрезентации и лишь одна попытка заинтересовать жюри. В Химках полным ходом идет кастинг конкурса талантов. Молодые люди от 16 до 30 лет демонстрируют свои способности, чтобы пройти отбор. Сегодня у нас проходит кастинг на финал конкурса «Мистер Химки 2020». Сегодня мы отберем участников. Мы будем обращать внимание на харизму, талант, мужество. Один из участников – Максим Маила. В свои 17 активно занимается музыкой, посещает занятия по вокалу и игре на инструменте. Свою гитару он получил в подарок в 11 лет. С ней же пришел на кастинг. И говорят же, что струна души. Ну и она как-то передает все мои эмоции. Она такая же агрессивная, но сдержанная. И в некоторых моментах даже нежная. Какую песню ты исполнял? Это была песня Trozzy Valley, певца Шаун Джеймса. Саундтрек к игре The Last of Us 2. Почему именно эту композицию решил выбрать? Ну, просто песня о человеке, который потерялся в себе, и я неоднократно переживал такие моменты. Среди кандидатов – спортсмены, строители, аниматоры и музыканты. Ребята танцевали, пели и шутили. В ходе кастинга отобрали 7 юношей, с которыми потом будет работать хореограф, режиссер, педагог по актерскому мастерству и другие специалисты. Уже через месяц, 20 февраля, на суд жюри и зрители претенденты представят свои номера.